канцлер Германии очень серьезные проблемы. Ее партия стала проигрывать земельные выборы. Отношение населения к программе переселенцев резко негативное. Личный рейтинг канцлера тоже падает. И она опасается уже и не только противников из других партий, но и собственных партийных чиновников, которым совершенно не нравится идея терять свои рабочие места, очень удобные, высокооплачиваемые. И по этой причине канцлер обязан просто каким-то образом переключать внимание населения на какие-то внешние факторы. Но наиболее естественным фактором является на сегодня Россия. И именно этим они занимаются. То есть это вообще не имеет отношения ни к чему. Вот. Так что я думаю, что это в чистом виде чисто внутриполитические проблемы Германии. А у Соединенных Штатов Америки свои проблемы, как мы знаем. Клинтон одним из главных аргументов предвыборной кампании против Трампа использует российскую угрозу. Когда она станет президентом, она столкнется с необходимостью что-то делать с собственным внутренним кризисом, и опять-таки России удобные в данном случае факты. То есть фактически сегодня Россия стала главным фактором, как это называется в биологии, смещенной активности руководства западных стран. Но базовая причина – это, безусловно, экономический кризис.